Привет, друзья. Я, честно говоря, не знаю, каких прав не хватает неграм в Америке, если у них глава Пентагона чернокожий. Ллойд Остин сегодня заявил, говорит, если Россия на нас нападет, на Украину, мы вам поможем. Но это напомнило мне классику. Нам поможет. Запад с нами. Запад с нами. Но это видео не о том, а скорее о президенте. Кажется, он действительно болен, и ему нужна как минимум реабилитация. И я не знаю, может ли в таком состоянии человек управлять государством. Оно как минимум видео странное, и повадки его. Порвы, и да, как говорит его пресс-служба.